دعونا نتابع هذا الفيديو مشاهدينا الكرام الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق صواريخ كاليبر من غواصة روسية باتجاه الأراضي الأوكرانية. تفضلوا. Товарищ командир, решена задача ракетной стрельбы, готов к предстартовой подготовке. Орун без стопа, магнитному стоп, глубина 45, крен дифферент 0, есть нормальные условия старта. Залп разрешен. Есть, командир, БЧ-2-3, залп. Глубина 45. Подавление начинали, наблюдаю ракетный залп. Боевая тревога, ракетная атака. Есть боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная атака. Нормальные условия старта, БП-26. Есть БП-26. БП-26, к бою готова. Есть БП-26. Товарищ командир, подводная лодка к бою готова. Товарищ командир, окончена предстартовая подготовка, выдана на торсе торпедных аппаратов 3-4. Есть залп.